Здравствуйте, в эфире «Экономика», и сегодня просто поговорим вот о чем. Базы отдыха выставили свои расценки на летний сезон. Сколько стоит снять домик у моря? Цены на путевки в детские лагеря. 21 день в пригороде Владивостока обойдется ребенку в 40 тысяч рублей. На чем готовы экономить дети во время отдыха, расскажут они сами. Скоро отпуска, значит, уже многие просчитывают, сколько стоит отложить на отдых. Цены на путевки в соседние страны мы разбирать не будем. У нас и в Приморье есть немало красивых мест. Тем более, что базы отдыха уже подготовили расценки для сезона 2016. Итак, пройдемся по ценам на турбазах в основных морских районах края. Поселок Андреевка – одно из популярных мест отдыха у приморцев. В этом году разброс цен здесь впечатляет. Домик у моря можно снять от 2000 рублей до 17 тысяч за сутки. В Ливадии цены немного меньше. Номера от 3,5 до 5,5 тысяч рублей. Примерно столько же стоит и отдых в Безверхово. Номер можно снять за сутки и за 7 тысяч, и за 9. Поселок Витязь предлагает цены за номер от 1200 до 9000 рублей, но стоит учитывать плохую дорогу к населенному пункту. В Славянке домик можно снять и за 1000 рублей в сутки. Нашей Марии Ивановне просто повезло. Ее малая родина, Ольгинский район, отличное место для отдыха на берегу моря. Есть здесь и базы отдыха. Номер без условий обойдется в 3500 рублей в сутки. А за домик с санузлом придется заплатить до 10 тысяч. Коттедж на 6 человек также можно снять за 10 тысяч рублей. Но наша Мария Ивановна женщина экономная, поэтому своя палатка и мангал на берегу моря – вариант ее отдыха. Конечно, цены зависят от комфортности номера и количества проживающих. К тому же традиционно они ниже в начале лета, а к августу стоимость за номера прилично повышается. Объявили свои расценки и детские оздоровительные лагеря. Первая смена в июне дешевле. Самый дорогой детский отдых в июле. Путевка в лагерь в Находке на 21 день сегодня стоит 31 тысячу рублей. Отдых в Партизанском районе ребенку обойдется в 28 тысяч. В поселке Каменушка, что под Уссурийском, путевку в детский лагерь можно взять и за 12 тысяч рублей. В пригороде Владивостока цены на путевки значительно выше – от 30 до 40 тысяч рублей за 21 день отдыха. При этом родителям стоит помнить, что по краевой программе можно получить компенсацию за путевку до 8 тысяч рублей. А что думают сами школьники о ценах на детский отдых и на чем они готовы экономить, узнаем в нашей рубрике. Я считаю, что детский отдых – это дорого. Летом все думают, что сейчас все отдыхают, и всем хочется там на батутах попрыгать, в лагерь пойти. И они цену просто увеличают. Чтобы летом было веселее, нужно копить. Не покупать много вещей новых, чтобы деньги остались, не покупать много еды. Чтобы сэкономить, я не поеду в лагерь, а поеду на дачу папе строить баню. На этом все. Относитесь к экономике проще.